Выплата работодателями зарплаты в конвертах является одной из наиболее актуальных проблем. Выплата серой зарплаты влечет за собой как нарушение действующего законодательства о налогах и сборах, так и ущемление социальных прав работников, в том числе в части реализации права на получение налоговых вычетов. По сравнению с 2012 годом тенденция к сокрытию зарплаты, то, что официально она выплачивается в низких размерах, с тем, что многие работники, к сожалению, соглашаются на такие условия. Если работник согласен на зарплату в конверте, значит, он вместе с работодателем скрывает реальные доходы. Необходимо помнить также, что будущая пенсия формируется не в момент ее назначения, а она у нас формируется в период всей нашей трудовой деятельности. Размер будущей пенсии всегда зависит от официально выплачиваемой заработной платы. И в прежней пенсионной формуле, и в нынешней пенсионной формуле, и в будущей, в новой. Особенно возрастает роль заработной платы именно в новой формуле. Ведь для назначения пенсии необходимо будет два условия. Это наличие страхового трудового стажа не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов. А что такое 30 пенсионных коэффициентов? Вот эти два условия будут выполняться при зарплате из расчета не менее 2 минимальных размеров оплаты труда. Если заработная плата будет меньше, придется работнику работать дольше. Мы все говорим социальная ответственность бизнеса. Да? А вот как бы это один аспект. А всегда забываем, что вторая сторона – это работник. И работник ведь соглашается на те условия, которые ему, значит, дает, будем как говорить, работодатель. То есть и самому работнику, трудящемуся, будем так говорить, надо тоже расти в понимании того, что, значит, негативные это последствия, значит, от заключения такого соглашения, будем говорить, вот так вот утрирую соглашение, это же негатив и для работника, как уже сказали. Вот увольняется работник, не в полном объеме выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск. Значит, больничный лист не в полном объеме выплачивается. Мама уйдет в декретный отпуск, значит, по уходу за ребенком пособие будет маленькое. Маленькая пенсия. Но ведь работник соглашается. А почему он соглашается? А потому что не выплачивается этой суммы НДФЛ. На 13% его зарплата вырастает. Понимаете? Это ведь тоже обоюдная ответственность, значит. Одним из наиболее характерных нарушений, выявленных в ходе проверок по вопросам труда, является... По вопросам оплаты труда является несвоевременная выплата заработной платы работникам. В ходе проверок выявляются также факты выплаты заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда. Как мы знаем, что заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности или нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. С 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда составлял 5205 рублей, а с 1 января 2014 года минимальный размер оплаты труда составляет 5554 рубля. Ну, наиболее характерными нарушениями, кроме указанных нарушений, также являются такие нарушения, такие как заработная плата работникам выплачивается один раз в месяц, сверхурочная работа, как правило, не оплачивается или оплачивается в одинарном размере, праздничные дни, работы, выходные дни не оплачиваются. При выплате заработной платы работники не извещаются о составных частях заработной платы. Кроме того, прямо скажем, во многих организациях в трудовых договорах не указываются все обязательные условия трудового договора, такие как условия об оплате труда. В том числе, значит, не указывается размер должностного оклада, тарифной ставки, дополнительные выплаты, причитающиеся работникам. Это такие как поощрительные выплаты, стимулирующие выплаты и другие выплаты. Как правило, пока работник работает, он не жалуется. Он жаловаться начинает, когда увольняется. У него, он говорит, вот я поступал на работу, мне было сказано, что я буду 25 тысяч получать, а фактически мне по трудовому договору установлен минимальный размер оплаты труда. Но я с этим согласился, он, работник, говорит, поскольку это меня устраивало. Заработная плата выплачивается, стаж вроде как идет, а когда у них работодателю уже не хочется с этим работником работать, да, он ему начинает платить именно в соответствии с трудовым договором, а не по устной договоренности.
месяц-два, и, естественно, работник не выдерживает и уходит, приходит к нам с жалобой. Мы ему разъясняем. Вы согласились, да? У вас есть доказательства, что он вам платил больше, чем МРОТ? Нет у меня. Он мне без подписи ведомости давал. Он мне наличными давал эти деньги. Как тут за руку не поймали? И невозможно бывает, что работодатель не, наказать невозможно. Мы всегда работникам говорим, у вас есть какие-то доказательства? Он иногда нам может... Ну, на практике раньше у нас были такие факты, что он ведомости какие-то находил, приносил, да? Сейчас, видимо, работодатели стали умнее. Они уже ведомости не оставляют нигде. Ну, тут чаще всего надо доказывать привлечением свидетелей только. А свидетельские показания, они в судебном порядке рассматриваются.